Так, ну что же, всем привет. Давайте сегодня разберем песню Руставели из Многоточия, которая называется «Про друзей и нулей». Значит, сейчас поставим эту песенку. Вот она у нас вот так выглядит. Сейчас чуть-чуть поиграем ее и тогда потом разберем. Значит, давайте посмотрим, как она играется. Ну, как вы видите, я поставил каподастр на первом ладу, потому что так будет удобнее играть, чтобы аккорды были без баре. Но, в принципе, ничто не мешает играть без каподастра, но тогда песня будет на тон ниже, вернее, на лад ниже. Вот. Ну, давайте тогда в этой тональности разбирать. Я аккорды говорю такие, которые без каподастра. Ну, допустим, это ми минор у нас будет. Да, это потом у нас будет ля минор, потом у нас идет до мажор и си септ аккорд. Вот такой. Но я не буду разбирать, какой аккорд как берется. Думаю, что или вы это знаете, или же, если что, найдете. Вот, ну, так, или убираем каподастр и играем уже, чтобы не путаться. Значит, вот у нас ми минор, ля минор, до мажор. И H7 си септ аккорд. Вот. Ну, соответственно, эти 4 аккорда играются на протяжении всей песни. Вот. Ну, с аккордами, думаю, все понятно. С правой рукой здесь, значит, ну, там как такового перебора нету. Вернее, он есть, но он такой немножко непонятный, такой сложный. Вот, ну я упростил до такого, как бы он называется, по-моему, сложного. Нет, не помню точно название. Но в общем суть в том, что вы играете, как обычно, в переборах большим пальцем верхнюю струну задеваете. Потом идет перебор, но перебор не такой, когда чередуются пальцы, а как бы вы извлекаете звук указательным пальцем, а потом двумя пальцами сразу. То есть как бы как крючочком цепляете, да, получается. То есть бас, потом третья струна, и сразу вторая, первая, сразу двумя пальцами. И опять третья струна. Получается вот так. Вот, ну не буду тоже на этом долго останавливаться. Как бы схемы перебора могут быть разные, ну в данном случае вот я показал такую. Значит, что у нас с мелодией? Вот, ну в этой тональности, соответственно, будет у нас, давайте я покажу, как это играется. Ну а если, допустим, вы будете играть в оригинальной тональности, где с каподастром я ставил, то все это сдвинется на один порожек, ну как бы на один лад. Вот, значит, в этой тональности это у нас будет вот так.
Соответственно. Вот, ну, начинается, это будет играть вторая гитара. То есть первая гитара у вас играет вот так. Вот, ну, если захотите играть на две гитары, то вторая гитара в это время будет играть у нас вот такое. Это значит, на первой струне мы берем третий лад, потом второй и открытая струна. Вот первые три ноты. И потом на третьей струне мы берем пятый лад. Это как бы заканчивается кусочек этой фразы. Вот первая часть. Потом как бы вы вначале открытая струна, и тут же вы ее прижимаете. Получается такое, то есть не сразу нота, а как бы с запозданием небольшим. Вот, так, это значит, начало у нас второй части, то есть получается на первой струне мы прижимаем второй лад с запозданием, потом на третьей струне прижимаем четвертый лад. И концовка у нас получается как бы вот по такой лесенке мы вниз уходим, то есть вот у нас была четвертая струна, третья струна, четвертый лад, и потом вот так пальцы как раз они сюда становятся, то есть вот мы получается средним пальцем берем на второй струне третий лад, и указательным пальцем на первой струне второй лад. Вот они. И потом все то же самое повторяется, то есть циклично. Вот, но я, к сожалению, не могу показать на две гитары, потому что как бы у меня всего одна гитара, сейчас записать быстро не получится. Вот, но суть в том, что вот, то есть одна гитара играет это у нас. А другая вот это. Собственно говоря, все. Все тут довольно просто. Вот, ну, давайте, значит, еще раз. Если все-таки в оригинале тональности играть, то советую использовать каподастер, потому что если его не использовать, то придется брать вот такие аккорды, что не очень удобно. Каподастер в этом плане нам очень помогает. Вот, ну и, соответственно, та мелодия, которая играется на второй гитаре, она переносится на лад выше. Ну, то есть мы играли там, да? Так, где-то у нас был. Вот, ну и получается оно будет у нас не здесь, а... Так, секундочку. Ставим каподастер. Вот, ну все то же самое, только на... Как я уже сказал, на лад выше. Ну давайте еще раз посмотрим. А, теперь давайте в той тональности, в которой она играется. С такими вот косячками небольшими, ну, в общем, я думаю, что все понятно. Все, на самом деле, все закончилось, и я заканчиваю. Значит, все, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения.
учите, разучивайте песни и играйте на гитаре. Все, всем пока.